Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ЖТСУ, программа «Единый народ». У нас в гостях члены Ассамблеи народа Казахстана Котельникова Лариса Леонидовна, председатель областного русского центра, и Идигов Ацалим Саламович, председатель клуба ведущих журналистов и экспертов при Ассамблее народа Казахстана. Подземные толчки ощущались в городах Узбекистана, Кыргызстана и, конечно, нашей страны. Движение земной коры почувствовали даже жители Астаны, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской и области ЖТСУ. По поручению главы государства в Казахстане продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшим от паводков казахстанцев. Все важные события уходящей недели. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. Впереди вас ждет еще немало интересного. Увидимся ровно через неделю. До свидания.